Программа модернизации, она появилась недавно, но она внесла существенный вклад в ремонты и оснащение больницы. Допустим, в прошлом году мы отремонтировали 4 объекта, 3 амбулатории и филиал детской поликлиники в общей сложности где-то на 24 с лишним миллиона. Приобрели 2 мобильных комплекса медицинских. У нас до этого был один, мы в 2019 году приобретали. Сейчас мы приобрели еще 2. Они являются очень большим подспорьем в обслуживании сельского особенно населения, поэтому в одном из них стоит цифровой флюорограф, в другом маммограф, третья машина оснащена остановкой УЗИ, оборудованием для окулиста, и поэтому очень удобно жителям сел и поселков, что им не надо ехать на автобусах, еще на чем-то, стоят в очередях, к ним приезжает мобильный комплекс по времени и обслуживает их. Это, ну, для них большое подспорье. Ну и проще для наших медиков, чтобы выехали, обслужили, вернулись. Это капитальный ремонт, это не какой-то косметический ремонт. Это полный капитальный ремонт, это замена и полового покрытия, и покраска стен, и прочее, прочее. Где понадобилась там замена окон и дверей, канализация, водоснабжение, все это было заменено. Это Нагорненская амбулатория, это Новолесновская амбулатория, это Корякская амбулатория. В Коряках и в Новолесновке там еще помимо внутренних помещений были отремонтированы фасады.